Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Юра, канал Y1237. Так, рядом со мной в тусовке мой друг Серега и Голд Макс. Я дальше продолжаю проходить эту игру. Здорово, здорово. Самая замечательная игра на свете. Че, Макс, как у тебя дела-то? Дела офигенные. Что нового? Вот в Ассасина играю. Братство крови. Как он далеко прошел? Ну, уже да. Поздравляю. Так, что с прокачаем-то карту? Давай. Привет. Так, бич Немезида я полностью уже прокачал. Осталось сколько у тебя ида? Кстати, прикол в том, что если прокачал полностью сколько у тебя ида и это, как видите, появляются новые души, чтобы их призывать. С помощью прокачать откроются все души, и если все вот эти души призвать, то можно получить трофей, связанный с данным призом. Ой, кто у нас там поет? Ой, какой певец у нас оперный. Серег, у тебя талантливый ребенок, скоро на программу можно детский голос отдавать. Хорошо будет петь? Знаю, посмотрим. Может быть, я отдам. Да? Да. Ну, сейчас мне эти смс-ки пишут. Подруги. Прикинь, Серёг, сегодня в Ютубе видел видео, баба, короче, пьяная в Краснодаре с парковки ударил 5 машин, короче. Прям посреди белого дня. Её там на камеру снимают, там её там... Говорит, эй, стой! У тебя колёса попритыкают. Ай, пофигу. Ведь она выезжает, ударяет белую тачку. Он всё там... Баба. Я так из парковки так и не выехала. Вот просто страшно представить, вот на какую сумму она, блядь, все это там разбила тачки. Я не удивлюсь, если в суде она скажет, что она невменяема, что у нее нет прав. И машина была там на доверенности. Интересно, соскочится ты песня, чтобы не уплачить или нет? Ну, если там еще сказано, там, мать пятерых детей. Да, навряд ли, мне кажется. Я тебя нащу. А как широко говорит, на работе делать? Да ничего, нормально. У меня уже второй день клиентов нет. Хотя этот месяц у меня как бы идет нормально так по продаже. Вот очередная секретка. Прям щедрая она. Ла-л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 а-
Кончанемся. В принципе, четвертый уровень, мне кажется, что да, уже под конец игры уже полностью прокачаю все оружие. А если прокачаю полностью оружие, можно еще и трофей еще не получить. Не знаю, какой-то прям прикол был, то, что я сегодня на днях выложил еще видео, да, распаковки тени Мордора. И, короче, база было 117 подписчиков, осталось 116. А потом, как выложил очередную часть серии прохождения по Богу войны, сразу подписчик добавился. Кстати, с чем это связано? Делай больше серий. Я стараюсь. Но надо, я думаю, тоже как-то контент разбавлять. Не знаю, думаю, может, со временем я буду проходить свои игры и на YouTube выкладывать прохождение. Вот он, кубик собирается. Блин, я уже вхожу в лабиринт. Вообще жестко. Самое нудное место. Да, еще тут трофей связан, допустим, пройти лабиринт, по-моему, за 10 минут, при этом ни разу не сдохнуть. Это вообще жесть. Ну, даже не за 10, по-моему, но просто его пройти и не умереть. Ёх, тут все, блин, в кубиках, мозаиках. Однажды она собралась набрать корм. Кость! Это козы. Толя, у меня игра-то какая-то глючная, что ли? Паника козы, да. Серёг, у тебя были баги у боги войны? Какие? Допустим, баг связан именно с прорисовкой. Не было. Окружение. Насколько а я тут помню. У меня появился. Не знаю, с чем это связано. Раньше такого этого дерьма не было. Блять, этих талосов, блядь, не на южечке. Уроды. Вот они. О, царь. Горите, свиньи, горите. Опа, под собачку уже дохнет потихоньку. Я с легким движением руки и две головы сразу. Косточки сразу же узнали, что это был вот. Опа, один готов сейчас. Наши маленькие головы не нежные. Сегодня, кстати, в футбол-то в Краснодаре играет, кто там играет. Не знаешь, что? Да нет, я не интересуюсь футболом. Остались эти собачки. Дочки на дети поняли, что их пытаются. Да, возьму в жизни. Приведется. Я утакую. Наши бабочки не черный факт. И серый волк. Тарарарара, второй фан. Тут булочки.
Так, тут, по-моему, где-то лежачек. Ай, сундучок, сундучок. Вот, тут есть принесет порошку. Это твою ж мать! Ну хоть живых остался. Не то главное. Я почитаю уйти. Сейчас мы доберемся до идти. Смотри. Вот хочет козла. Ладно, дубль два. Нашел он маленького, самого маленького котленочка. Наелся жадный гость и поплыл на зеленый лист. Там он улегся под деревом, детка и сидел. Немного позже коза пришла из леса. Она увидела, что... Оп, рычаг. Да, и съел козла. И спокойно доступ к сундучку. Она увидела, что дверь открылся. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Она каждого по имени того младшенька отозвала. И здесь ее маленькая. Тут дальше 5 часов. Она сразу же вытащилась. Маленькая коточка. Мне кажется, что самая разрушительная сила во Вселенной это время. Вот она, мама коза. А вы как считаете? Время. Ну, сам подумал. Со временем все разрушается. Вроде что-то шевелится. А я и подумала. А меня дома зайку. В принципе, да. А тут вообще будет жесткая битва. Тут будут переворачиваться, тут будут враги. И всех селей. Здорово, гладиаторы. Идущие на смерть. Тара-та-та-та. Так, вообще надо быстро всех убивать. Это разбойник. Избегать этих шипов. Разбойник. Это не нельзя, это разбойник. Разбойник. Слышали, ужасы разбежались по лесу. Показали, что попали страшное привидение. Это не нельзя, это разбойник. Разбойник. Меньше хп. Смотри, вот они все разбойники. 1, 2, 3 разбойники. Осколок, вот собака и петух. Походу сдох, сто пудов. Напугали, они убежали. Я это чувствую. Надо это чувствовать. Да ёпан у тебя, баба.
читай. Ух ты, блядь. Да пошли уже, чуть-чуть по-хитрому. Мальчик назвали Гензель, а девочку Гретой. По-хитрому поступил с ними, с козлами. Да, не стало без неба, девочка. А пацан нашел уже полностью. Ну, конечно, полностью не получится, но... И вот мы пришли к Пандоре. Эх, Пандора. Я папа. Ну, Ваня, тебе читать или нет? Нет. Ну, тогда читай. Ну, все. Либо я читаю, либо нет. Смотри. Он не сможет. Да нету там. Да, сейчас не сможет. Так. Хотя я могу ему проиграть пару раз. Пандора, тебя подсадить? Подсади меня, подсади. Ты возьми меня, возьми. Да нету здесь. Вот как только сказал это возьми меня, возьми меня, блядь, скелет взял. Сзади обнял. Вот, сука, извращенец. Иди сюда, красотка. Мы тебе сделаем классную прическу. Абсолютно бесплатно. Ох, как сразу две. Давай это будем читать, давай. Но же с этого начнем. Давай это слово мы сможем с тобой. Даваться от страны башни. У тебя там что, охота за башню, что ли? Ну да, надо ее поджечь. Да не стало ни слова, а залезть не могу даже. Да, как мы будем детей кормить, когда они не будут? Да ну нахуй, жаль. Никогда бы не подумал. Здесь самое чаще лето, и остальные там. Дома все умрем в голову. Да? Коп тебя, Ида. Говорила мальчика. Лето и коп, вот как лак. Ну, сундучок. Ладно, сундучила. Гензель выскользнул из дома. Собрал. И вот Куптеида полностью на 100% прокачал. Пятый уровень. Все предметы полностью прокачаны. Добавились и сбрасываю по камню, что в кармане. Где моя баба? По камню. Ой, не работай. Пойди дальше. Я баба. Ладно, я ухожу. Я не буду больше тебе читать. Тогда иди, я дочитаю. Иди, послушай, что было дальше с мальчиком и девочкой. Садись, мы дочитаем и пойдешь. Давай, Пандора, я тебя спас. Да? В принципе, уже, братья.
Ладно, все, буду брать все. Иди сюда. Что ты психуешь? В дальнейшем эпичном прохождении. Давай, Пандора, молодец, что открыла. Тигр такой. Блин, она в беду попала. Все, иду спасать тебе, принцесса. Она попала в куб. А куб наполняется водой. И она может утонуть. Гильдия ассасинов пополняется потихоньку. Рекрутов, да, нанимаешь? Ну и как тебе? Да. Прикольно-то. Это на Эльшу лежит, да. Так, мне кажется, вербовка посылка абсолютно тупым способом. Ну, просто к ним стражники пристают, Эцио их спасает, и они туда. Ну, когда это тупо, да. Не, ну все равно такой мальчикинец такой. Да, нам нужно больше брать. А, кстати, ты ходи в голубятни и отправляй их своих ассасинов на задание. Пусть прокачиваются они. Я за одного отправлю. Ну смотри, на самую тяжелую не отправляй их задание. То они могут сдохнуть и заново будешь искать. Не, я на самую легкую, в Флоренцию отправил. Там шпиона убить. Твой любимый город. Сейчас увидишь. Ай, Пандора, держись. Мы тебя спасем. Так, надо глаз шаттл подкупить. Она как можно сделать? Отдаешь глашатому 500 флоринов, и тут же жмешь крестик и мне эти деньги забираешь. Да? Да. О, да. Вот так я понимаю бизнес. Он поначалу рад, и ты доволен, да? Да. Папа. Папа. Что? Дядя упал. Откуда он упал? Ну, дорогие друзья, думаю, на этом я закончу свое эпичное прохождение. Увидимся в следующем видеоролике. С вами был Юра, Макс и Серега со своим сыном. Давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.